Ребята, всем привет! Это новое видео про мобильную игру из Плеймастерса. Я не знаю, мы должны стрелять по вот таким типам. Ну, типа там человеком. И там будет, получается, из них животное какое-то. Типа кот плюс собака. Часто кот и собака, они там... Вот. Вот собака рождается. Кот и собака мы видели. А может, он и собака? Собака, давай. Опа. Чё? В смысле не получилось? Смотри, что прилуп. Стой. Чё? А зачем железка нужна? А, она рикошетит. Норм. Вот человек-корова. Бык. Погнали, да? Так. Так. Четыре. Ой, какой. Вот, уже три сделал. Молодец, рукастый растет. Все, готово. Что еще попало? Попал и лошадь. Угадай. Ну какая мама? Ну ты даешь, малый. Ты что, детку не узнал? Дядя Олег. Так. Ой, малый. Дядя Олег, ты не с пустыми руками. Семья плюс собака. Бедная собака, блин. Свиньей надо. Так. А! Чё? Ну это же человеки все равно. А, вот это получается? Негрёнок? Интересно, читать ты учусь. Какой читать? Ладно, вы смотрите, вы учму научили. Да, я за торт. Я считаю, обидно. Быстро сказал дяде Олегу спасибо за кого. Спасибо, дядя Олег, за кого. Приятно. С днем рождения! Выглядишь на все 20, он большой какой, богатый. А почему торт покусан? Я, понимаешь, если бы не поел, не дожил бы до твоего дня рождения. Стена, кушай торт. Ладно. Давай, давай. Так, хочу научиться читать. Только, ну-ка, брось. Мы с тобой об этом еще поговорим. Сегодня же день рождения. Давайте за стол. Ничего себе. Что за создание? Создание. Так. Зан. И коза. Вообще-то это полезно. Дурак. Не пререкайся на то. Пуканина вымахала. 15 лет. До тех пор с родителями живешь. А так? А так. Ну ладно. Сами поиграли. Там хожу. Посмотрите, какой цвет вещи он собирает. Он собирает, давай. Вот. Собрал. А Сашик, ну не горячись, куда ты собрался? Складывайся, вещи. Куда ты пойдешь? Где все лучше дома родного? Ура! Вот и коза так удивились, блин, так смотрят. Удачи, давай. О, Сашик. Спасибо. Нет. Ты что делаешь, Сашик? Я-то что? Ты что делаешь? Так. Рези типа обрезаем, да? Давай,
так. Ниже, остановись. Вот тебе инструмент. Это, внутри выбирай. Что там, слушай, ну начинай. Мы подстроимся. Так, давайте. Шутки. Квартиры. Вдруг пацан от холода дрожа. Встреча мне голодный и унылый. Похоже на вокзального. Так. Уже много, блин, этих жен, куда их уже будет девать, когда будет много. Это хорошие новости. Тут по сотке на человека. Давно такого не было. Да, стихи у тебя мощные. Да, смысла нет. Ладно, Шан, очень приятно. Все, ребят, будем дружить. Давай, давай. Ой, я не вижу. А у него это... Сексон какой-то там много пошел. Я не знаю, поет на телефон, деньги зарабатывает. Ой, тебе, а что, с нами не поделится? Походу уже нет. Помогу, помогу, помогу. Слушай, ну бочка-то классная. Хамин сделать. Да, ребят, ребята, всем всем пока-пока. Сейчас погодите. Ну, так и что нам делать? Я думаю, книга нам подскажет. Смотри, стать богатым. Ну, давайте пока-пока.